Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые друзья, и вновь с вами программа радиостанции «Радио Премьер» и «Приват ТВ» «Звезда по имени». Сегодня нас ждет встреча с Филиппом Киркоровым, певцом популярным, известным, который в последнее время записал довольно-таки много интересных песен. Но кто же он? Кто он в душе? Об этом, я надеюсь, вы и узнаете сегодня из нашей программы. Итак, в гостях программы «Звезда по имени» Филипп Киркоров. Добрый день, Филипп. Мы очень рады приветствовать вас в нашем городе. Должен сразу сказать, вы прекрасно выглядите, у вас замечательное настроение, судя по глазам. Вот. Расскажите, пожалуйста, вот эти гастроли по Украине, давно вы обмечтали о них, давно вы стремились сюда? Было время, когда мы здесь практически никого не видели, и вот сейчас концерты за концертом. Итак, как проходят ваши выступления на Украине? Но этот тур гастрольный только начался, и поэтому мне еще трудно сказать, но вот судя по вчерашним концертам в Запорожье, я надеюсь, сегодня в Днепропетровске, в этом дворце прекрасном, все пройдет так же хорошо, как проходило когда-то 3 года назад. На этой сцене я выступал, помнится, мне было 6 концертов, 6 аншлагов здесь. Вот. Теперь один концерт, сейчас времена один меняются. Один концерт, один аншлаг. Ну, в принципе, хорошо. Все ближе и ближе. Мы подходим к западному стандарту выступления. Один концерт, но какой? То есть но полная такой. Отдача. Да. Полная ну, у меня всегда была отдача. И тогда просто времена были немножко другие. Знаете, раньше было 14 часов, 16 и 18 часов. И... Ну, у меня так никогда не было. У меня максимум было 2 концерта, потому что у меня концерт идет живьем и живым звуком, и я пою живьем. И у меня балет работает почти каждый номер. И это, конечно, очень тяжело по 3 концерта в день. А я знаю, некоторые работают по 5 даже. Ну, зарабатывают деньги просто. Как киносеансы. Ну, каждый зарабатывает как может. Я придерживаюсь того, что всех денег не заработаешь, и поэтому... А сколько вам нужно денег для Ровно счастья? Столько, чтобы не чувствовать себя униженным. Хорошо, вы поете «Я не Рафаэль». Кто вы тогда? Я? Я не Рафаэль, я не художник. Я не художник. Я пытаюсь нарисовать каждый вечер на сцене картину из своих песен разных. Разными красками, темными, красными, светлыми, такими пастельными. И стараюсь это сделать. Вот поэтому я и говорю, я не Рафаэль, я не художник, но в то же время искра какая-то от художника во мне существует. С кем из композиторов вы любите работать? Кто для вас пишет конкретно? Вот у нас совсем недавно был в гостях Игорь Корнелюк, и он говорит, что вот я собираюсь что-то написать для Филиппа Киркорова. Вот немножко об авторах ваших песен. Ну, с авторами мне всегда везло. В основном, конечно, это авторы болгарские, болгарские композиторы, и песни «Ты-ты-ты», на русском языке. «Небо и земля», из ранних «Кармен», «Не смотри ты на часы», вот из сегодняшнего дня песни такие, как «Днем и ночью». Это все болгарские песни, композитор Тончо Русев, которые обрели жизнь здесь благодаря Илье Резнику и Леониду Дербеневу. Конечно, такие песни, как «Марина», «Примадонна», «Атлантида», «Эх, ма, лет не зима», из старых более. Вот их написал мне Александр Лукьянов, такой композитор. Песню «Пташечка» написал мне Александр Морозов. Вообще, очень давно мы с ним дружим, в принципе, и только вот недавно, 2 года назад, он сочинил эту песню. Наверняка не последняя. Ну и вот самое яркое такое сотрудничество у меня сейчас происходит с Леонидом Агутиным, который пишет мне песни. И он не жалеет о том, что он отдает песни, которые, может быть, он сам спел? Или он под вас пишет? Мы же дружим, поэтому у нас какие-то другие немножко отношения, некоммерческие совершенно. А можно вообще звездам дружить между собой? Ну, честно и откровенно. Дружим же мы с Валерием Леонтьевым очень плотно, очень
Давно. Ну, вот мы смотрели последние рождественские встречи, было такое семейное какое-то такое событие, ну, семейное в том плане, что собрались все друзья. Это действительно так? Это не наигранно? Нет, конечно, это же видно всегда, когда действительно или нет. Не заставишь натужено улыбаться. Публика и зритель это всегда все видит, когда это искренне, когда нет. Вот, поэтому вот мы дружим, нас мало. Но мы в тельняшках. Но мы в тельняшках, да. А скажите, пожалуйста, с чего начинался Филипп Киркоров? Песня, которой вы, ну, может так быть, так сказать, благодарны, что вот такая песня появилась, и вот потом пошло все остальное. Ну, пожалуй, это «Небо и земля». 90-й год, почти 5 лет назад, это в Санкт-Петербурге был конкурс «Шлягер 90», и я на этот конкурс приехал и спел эту песню «Небо и земля», еще одну «Кармен». Получил гран-при, как-то с этой песни все пошло, ее очень часто крутили в программе «Маяк» и по радио, то есть она была такой в родином варианте, очень популярна. И вот с нее начался, наверное, я. Потом была песня «Ты-ты-ты», «Атлантида», как-то все пошло. А вот такой вопрос по поводу песни «Эти глаза напротив», которую пел когда-то Валерий Ободинский. Вы ее поете, ну, скажем так, сохраняя ритм песни, в общем-то, сохраняя рисунок той песни, когда она была написана в то время. Чем вас эта песня привлекла? Или это какое-то воспоминание о чем-то? Ну, во-первых, не хочется, чтобы забывались такие имена, как Валерий Ободзинский. Не хочется, потому что страшно подумать, что, может, твое имя забудут. Так, может быть, так кто-нибудь через лет 30 споет там «Ты-ты-ты» в новом варианте. А вы можете представить себе, что вот вам 60 лет, что будет? Не могу. Не хочется или просто не могу? Мне трудно представить. Ну, цель есть у вас в жизни? Сейчас вроде бы практически все есть. Есть популярность, успех. Сегодняшним днем, не забывая о том, что в один прекрасный момент это все может закончиться. Ну вот, чтобы этого, может, не было, что вы делаете? А я ничего не делаю, я просто работаю, иду вперед, не почивая на лаврах, и не собираю в кубышки деньги, и не гребу вот лопатами эти деньги, забывая про все на свете. Мне хочется приехать в город и надеяться, что через 3 года ко мне в Днепропетровске опять-таки придут сюда. И будет аншлаг. Да. Если бы я отработал плохо, под фонограмму, быстро, наспех, люди бы разочаровались, придя первый раз, и уже второй раз их палкой не загонишь. Тем более сейчас зритель поумнел, он знает, где фонограмма. Да, где он очень четко чувствует. Конечно, я очень рад, что пришло такое время, мое время, в принципе, тех песен и тех отношений зрителя с артистом, когда он не обманешь зрителя. То есть то время, как в 70-х, 60-х годах, когда работалось очень много концертов, и артисты пели живьем группы. «Веселые ребята», там, «Самоцветы». А вот давайте вспомним с вами такое время. Когда-то была передача популярная, сейчас она тоже есть, но очень редко, «Шире круг». Да. И в свое время Филипп Киркоров появился там как ведущий. Будем говорить честно, тогда вас, ну, практически никто не знал. Да не практически никто не знал. Никто не знал. Был просто симпатичный молодой человек, и многие зрительницы очень такой. Да. Вы тогда были, у вас были такие, такая прическа более... Короткая была, да, прическа, да. Такая. Вот правильная. Об этом времени, как вы попали на передачу «Шире круг» и чем она помогла вам в жизни? Честно говоря, я не помню, как точно произошло все. Просто я был тогда студентом первого курса училища имени Гнесиных, и на один из экзаменов первого курса пришла музыкальный редактор этой программы Ольга Молчанова. И почему-то со всего курса выделила меня. Подозвала после экзамена и сказала: «Молодой человек, знаете такую передачу «Шире круг»?» Конечно, она была очень популярна, я знал. «Что вы можете там спеть?» Я говорю: «Вы знаете, у меня песен нет, никто мне песен, конечно, не напишет новый. Но я знаю очень много болгарских песен». Она говорит: «Ну, приходите на телевидение и покажите мне». Вот я помню, пришел я к ней в кабинет в редакторский, с нотами, сел за пианино и наиграл пару мелодий. Из них она выбрала песню «Анна Мария», называется такая, у меня была первая болгарская песня. И я... записали мы ее с оркестром, на студию первый раз пришел. Вот, и меня показали. А потом случайно так получилось, что ведущий передачи этой, Борис Невзоров, артист, что-то с ним случилось, то ли он не смог приехать на съемку, то ли у него съемка продлилась, он в кино тогда очень снимался, популярный артист.
И у них стал вопрос о ведущем. И Ольга Борисовна решила рискнуть и попробовать меня на эту роль. Что из этого получилось, я помню. Я тогда был счастлив, конечно. Сейчас недавно просмотрел я эту передачу, случайно нашел кассету и включил. И увидел эту передачу с таким интересом. Я ее просмотрел, думаю, ну надо же, это всего... И вроде бы недавно вроде было. Всего 10 лет назад, и вроде бы уже 10 лет назад. Уже 10. И там была такая интересная сцена. В этой программе принимал участие ансамбль братьев Овечкиных, которые совершили убийство. Ну, угнали самолет. Да, да, была нашумевшая история. Да. И тогда мы их представляли, и я говорил такой текст. Счастливая, там, я не помню, как мать звали, там, Нинель Сергеевна или как ее. Вы воспитали и вырастили замечательных людей. Спасибо вам от всей нашей страны. И через 3 года или 2 эти люди совершают убийство стюардессы. Вот ужасно. Вот это жизнь. Да. А вот о программе. Вы сегодня не думаете над какой-то своей, может быть, авторской программой? Телевизионной, что ли? Телевизионной, да. Да, я думаю, каждый должен заниматься своим делом. Пока у меня есть сцена большая, зачем мне? А чем бы вам еще хотелось заниматься, помимо сцены? Вот так поставим вопрос. Я бы, наверное... Ну, массовиком-затейником был, наверное. Тамада эдакий. Нет, тамада нет. Массовиком-затейником так. Организовывать людей на отдых, там, на курорте. Вы любите отдых, любите курорты. Ваш любимый курорт какой? Вообще-то был всегда Ялта. Но что-то вот в прошлое лето я побывал в Ялте и очень разочаровался. Как-то все стало по-другому. И поэтому Сочи у меня сейчас место такое любимое. Ну, это такой немножечко даже политический подтекст? Или просто вы разочаровались? Нет, ну, нет воды горячей, холодной, там... В ресторанах не так вкусно, как было когда-то. Ну, неужели Филиппа Киркорова селят там, где нет горячей воды? Ну, что вы, там не было вообще нигде горячей воды. Ни в Ялте гостинице, ни в Орианде, ни в тех местах. Ну, так мы плавно от Ялты перешли к Сочи, и тогда плавный вопрос, один-единственный на политическую тему, в плане того, как вы относитесь к тому... Давайте не будем про политику. Не будем. Я так... Ну, вы к ней плохо относитесь или хорошо? Ну, как гражданин, конечно, я не могу не относиться к ней, не замечать ее, но все, что происходит, мне это очень не нравится, поэтому, чтобы не вдаваться в более подробности такие... Не будем вдаваться в подробности. Поговорим о театре Аллы Пугачевой, который строится в Москве. Что-нибудь изменилось в лучшую сторону со строительством этого театра? Ой, я думаю, что это лучше ее спросить, потому что такой вопрос... Но в связи с тем, что как-то я участвую во всех этих вопросах, ну, пока нет инвестора нормального, то довериться кому-то в руки, чтобы построить из этого театра театр, очень трудно это сделать. Есть стены, есть знаменитый зал, кинотеатр «Форум». Есть желание, есть любовь, есть таланты, люди, есть бригада, которая может из этого театра сделать конфетку. Это же 80% успеха, по-моему. Да, ну 20% это деньги, 5 миллионов долларов, которые надо достать, собственно говоря. Хорошо, Филипп, итак, как вы сегодня относитесь к себе? Не бывают ли у вас такие моменты, когда вот вы честно говорите, что-то я сегодня себя слишком люблю? Ругаете ли вы себя? Самокритично ли вы к себе относитесь? Ну, в этом отношении да, я могу себя просто размазать по стенке, если я что-то не так. Но если я действительно чувствую, что я был, например, сегодня гениален на сцене, то... Я, конечно, себя подыму. Но если я знаю, что я сегодня был бездарен на сцене, то я, конечно, себя камня на камне не оставлю. То есть у вас нормальное человеческое самолюбие? Ну, наверное. Без этого, наверное, артисту и нельзя. Наверное. Себя артист должен любить, конечно. Но не до самозабвения. Да. Вот мы немножко коснулись вашей учебы. Как протекала ваша учеба? Закончили ли вы ее? Есть ли у вас диплом? Ну, есть. Красный. Закончил. А какие там предметы, не относящиеся к искусству, есть такие? Скажем, политэкономия или что-то типа этого? А вы знаете, политэкономия очень к искусству относится. Она заставляет очень шевелить мозгами.
финансовом отношении, и не только. И... Ну, наверное, вас философия еще учили. Мне прям очень всегда нравилась, предмет этот. Искусство театра, история театра, искусство, история изобразительного искусства. Все нужное. Математики не было, я закончил 10-летку, поэтому у меня на курсе не было математики, алгебры, геометрии. То есть у вас гуманитарный склад ума, как у нас говорили раньше? Ну, не знаю, у меня школа с золотой медалью, я окончил, в принципе, мне все науки легко давались. Физика. Ну, смотрите, так интересно получается, вы по всем параметрам хороший человек. Я такое бывает? Ужасный человек. Нет, ну, вот по парам... ужасный характер. Смотрите, золотая медаль там, ну, красный это... диплом там. Но это просто счастье для всех окружающих. Да, по-моему, это несчастье для всех окружающих, потому что кроме зависти, злобы и какого-то... Вот видите, как бы хорошо... Это ничего мне не приносило, поэтому это меня заставило измениться немножко и стать более жестоким, хотя к своим близким и к тем, кто, я знаю, мне делает добро, я всегда останусь добрым, нормальным человеком, но чувствуя, когда меня обижают, я не подставлю другую щеку под вот это так дело. Вот. Да. А у вас много врагов сейчас? Ох, очень много. Даже у вас тут на Украине. Даже у нас на Украине. Да. Что? Но это очень не врагов. Это, я не знаю... В чем это выражается? Я не знаю, какая, какой спектр вот этого вашей передачи, кто ее смотрит, только ли в Днепропетровске. Ну, я надеюсь, пока в Днепропетровске, но кто знает. Не, вы не бойтесь, вы просто... Я не боюсь, я наоборот, я хотел, думал, что эти люди услышат. Ну, вы скажите, вы мне их жалко. Они такие несчастные. А что им не нравится? Им не нравитесь нет, вы конкретно, то, что ваше не творчество они, или что? Или они мешают вам? Они просто меня когда-то обманули здесь, в вашей стране теперь. Обманули? Так, обманули. Из города Чернигова, аферисты. Такой Мироненко там, по-моему, Сергей. Мне так кажется, фамилия его. Ничтожество. Я их называл «голубая стая». Они организовывали эти концерты. Я ничего против сексуальных меньшинств не имею. Ну голубая стая. И принимаю, в принципе, любые недостатки людей. Это не значит, вы считаете это недостатком? Ну, я считаю, надо быть толерантным человеком в отношениях. И это не значит, что я при первой встрече с гомосексуалистами брошусь с ними в объятия, но не значит, что я с ними буду целоваться, потому что любой человек может быть свои недостатки. Вот это вот такие вот несчастные люди из Чернигова, они организовывали мои гастроли и здесь, в Днепропетровске, в Запорожье, и привлекли какие-то еще такие структуры неформальные, ну, я их тоже понимаю. Вот. Короче, обманули меня на много денег. Это вот было давно? Мне их жалко, потому что Бог все видит, и, по-моему... Вы религиозный человек? Нет, я не религиозный, но мне кажется, что люди такого порядка, они рано или поздно всегда будут наказаны. Я-то остался артистом, певцом, я приехал снова, а где они? Вот, так что если смотрят эту передачу в Чернигове, то я живу, мне очень хорошо. Я вот процветаю. Вот. А вы где? Несчастный Мироненко с бригады. Такой вопрос. Вот мы коснулись этой темы немножко. Вот вы себя считаете человеком чистым. Вот вы можете так в один прекрасный день выйти и сказать, я перед всеми вами чист, за мной ничего плохого нет. У меня действительно ничего плохого нет. Я не убивал, не крал, не воровал, не... Никому, собственно, злого я не сделал. Я мог кого-то обидеть в силу того своего какой-то, может быть, несдержанности. Но это, может быть, раньше было. Я стал со временем более сдержан, более критичен и более, ну, лоялен к окружающим. Принимаю их недостатки и понимаю, что не все могут вот... Все от того, что я всегда требовал очень много от людей, может быть, даже больше того, чем они могли дать. Потому что мне казалось, если я отдаю на 100%, то и мне должны также отдавать, работать на меня. И когда это не происходило, происходили конфликты. Вот, и... Но сейчас немножко изменил тактику. Я продолжаю себя отдавать на 100%. Но а другим позволяете поменьше? Других людей я понимаю. Я понимаю, что у них может быть плохое настроение, они, может быть, сегодня не в ударе, или просто не могут что-то сделать. Но вы тоже, наверное, бываете иногда не в ударе.
Если я не в ударе, то я делаю так, что все это никто не заметит на сцене. Вы тиран во время работы, во время репетиции. Вы можете просто выйти... Нет, стойкой по башке я никому не стану. Нет, нет, это слишком. Я просто говорю, вы можете сказать, так, все, мне это все не нравится, через час всех, все ушли, через час мы опять собираемся и работаем сначала. Нет, может, ну, я уйду со сцены и скажу, что мне даже ничего говорить не надо. Люди так все понимают, что надо сделать хорошо. Кричи, а не кричи, у меня очень крепкая бригада, крепкая группа. Мне не надо добиваться что-то силой с них. Поэтому мы работаем уже больше 5 лет все вместе. Любимая черта в людях, не только с которыми вы работаете, вообще, вот, которая вам больше всего нравится? Ну, дружить так дружить и не предавать. Как-то пел солист группы «Лесоповал». Не предавай, не предавал, там, не обижай, не обижал, отдай последнюю рубаху. Вот, вот это принцип моей жизни. А как вы вообще считаете, сейчас понятие дружба, оно изменилось или в принципе все-таки осталось? Не все же сегодня решают деньги, я так думаю. К сожалению, почти все. Даже вопросы дружбы. Вот мы дружим, дружбы, предположим, а потом я прихожу и говорю... одолжил, например, деньги, прихожу, говорю, ну, нет у меня этих денег, вот, а мы дружим вроде бы. Как вот, ну, может, такой плохой пример? Ну, не знаю, дружить сейчас очень трудно стало, верить в искреннюю дружбу фактически невозможно. Может, потому что звезда, может, потому что вокруг очень много так называемых резиновых людей, которых всегда много, так называемая свита, о которой вы даже пели свита, в песне. Свита, свита. Ведь есть все эти люди, они всегда есть среди звезд, среди людей, которые популярны и известны. Ну, конечно. Потом свита в один прекрасный момент разбегается, когда почувствует, паленым запахнет. Да. Потом, когда вдруг вышел из критической ситуации, свита опять прибегает, но уже другая, потому что та не смеет. Ой. В общем, проблема с дружбой, конечно, вас гложет немножко. Проблема есть... дружбы не гложет. Друзья, и... друзья детства у вас есть? Есть. Вы просто с ними, мы с ними очень отношения? Редко видимся, в принципе. Итак, немножко о Болгарии поговорим. Все разбежались, друзья. Кто в Чикаго, кто в Израиле, кто в Германии. Вот так и встречаешься, ездишь. Не по Союзу их встречаешь, а по загранке. Друзья детства, одноклассники. О Болгарии немножко поговорим. Вы давали концерты в Болгарии? Нет, пока. Не приглашают или у вас не было времени? Ну, честно говоря, даже не задумывался на эту тему. Не приглашают. Ну, вам бы хотелось там выступить в Болгарии? Очень проблематично, по-моему, с болгарской посещаемостью на концерты. Там даже на их звезд не ходят. Почему? Ну, там люди озабочены как-то, там критическая ситуация сейчас экономическая. Сейчас людям не до концертов. Это в нашей стране всегда было хлеба и зрелища, а там все-таки даже отдать последнее, но пойти на концерт Филиппа Киркорова. Ну или там... Как вы относитесь, кстати, к таким людям, которые вот сегодня придут на концерт и которые отдали последние деньги, может быть, чтобы попасть на ваш концерт? Они хотят увидеть вас сегодня, а завтра им уже, может быть, даже нечего будет есть. Ваших не... Ну что вы так драматизируете ситуацию? Но есть такие люди, я знаю просто. Ну, я не драматизирую. Во всяком случае, наша если драма они так приходят, то они получат то, зачем они пришли. Значит, они зачем-то приходят не просто посмотреть на меня. Они это могут сделать каждый день по телевизору. Значит, они приходят за какими-то эмоциями, за какими-то чувствами, которые, может, у них в жизни не хватает, это дороже денег. Вот. А я не просто ведь зарабатываю деньги. Сейчас все так дорого стало, и чтобы снять клип нормальный, надо дать бешеные деньги. И чтобы привести такой ансамбль, группу, коллектив в уже чужую страну, это требуется много затрат. Вы считаете, Украина – это чужая страна? Ну, это же теперь за границей. А чья? Она говорит, чужая. Ну, за границей уже, за границей. Я, честно говоря... То есть, в принципе, вы можете теперь говорить, я пел за доллары, за я пел за марки. А за купоны вы не пели? Ну, вот я как раз хочу сказать, я за купоны я тоже, видите, начал. Но купонов больше по номинации будет. Миллионы стоит билет. Ну, вот мне немножко это все грустно, потому что я живу теми ощущениями, когда страна была едина, и мы выступали за наши кровные рубли везде, и не думали о том, что отдаем последние деньги на концерт там
Филипп Киркоров или Алла Пугачёва. Когда у вас был первый сольный концерт, вы помните его? Да, помню, это был город Пермь, 89-й год. Это был первый сольный концерт? Да, в Перми. Рискнул, поехал. И как? Ну, хорошо. Тогда другой вопрос. Очень хорошо. У вас был полностью провальный концерт от начала до конца, когда уже не хотелось ни работать, ни петь какой-то? Да, был один концерт такой в Таганроге. А что случилось? Ну, вот как-то вот не пошло все с самого начала. И аппаратура отказывала, и свет выключался, и звук отключался, и музыканты не то играли. Ну, вот все одно к одному. Это было в Таганроге. А вы то пели? Я? И я что-то не то. Ну, вот все одно к одному просто из-за того, что вот полоса какая-то. Потому что кто-то как проклял. Было это в Таганроге. Не так, это было где-то полтора года назад. А потом вы в Таганроге выступали уже после? Нет, честно говоря, еще нет. Это как камень преткновения. Ну, вот трудно преодолеть эту черту, но я думаю, что когда-нибудь я все-таки приеду туда и отдам то, что спал. Это был единственный в моей жизни такой, скажем, концерт. Я его даже не закончил до конца. Потому что все отключилось. Скажите, пожалуйста, вот мир музыкальной тусовки Москвы. Вы любите посещать такие мероприятия, где собираются звезды? Да, я люблю общаться с артистами, своими коллегами. У вас есть близкие друзья среди вот этих звезд нашей эстрады? Мы по-прежнему называем нашей эстрадой. Ну, я сказал же, Валера Леонтьев там. Кто еще? Ну, Леня Агутин. А, скажем так, коллеги... Саша Буйнов. Так больше нет никого. Ну, скажем так, театр Аллы Пугачёвой такой своеобразный. Ну, почему? Леонтьев не работает в театре, и Саша тоже. Да, кстати, театра уже нет. Собственно, театр был всегда это Алла Пугачёва. Вот это театр. Все остальное просто она помогала всем. У вас есть любимая песня в исполнении Аллы Борисовны? Самая любимая? Да, есть. А если можно? «Осенний поцелуй». А, это, скажем так, из последних, а из первых? Ну, все песни хорошие. Трудно какую-то выделить. «Звездное лето». Почему «Осенний поцелуй»? Ну, не знаю, вот нравится мне. Подумайте, послушайте ее, послушайте еще раз песню, поймете, может быть. Хорошо, поговорим вот о чем. Скажите, пожалуйста, чем вы любите заниматься в свободное время? Довольно банальный вопрос. Есть ли оно у вас? Может, вы что-то мастерите, может, стихи пишете? Нет, я не мастерю, конечно. Стихи я тоже не пишу. А чем вы любите заниматься? Может, книгу почитать? Я сочиняю музыку. Может, газету «Экспресс» московскую почитать? Нет, я свое время драгоценное на эту чушь не трачу. Есть какие-то... Не знаю, я пытаюсь отдохнуть и ловлю каждую свободную минуту для того, чтобы... Просто отдохнуть, выспаться, куда-то уехать, забыться. Ваши музыкальные кумиры. Были ли у вас кумиры? Да, есть безусловно. Ли они сейчас? И эти кумиры дали толчок мне к тому, чтобы создалась программа «Яни Рафаэль». Это Хэмпердин, Том Джонс, Фрэнк Синатра, Полянка, Элвис Пресли. Это все артисты, которые мне всегда очень нравились, и песни их всегда волновали мою душу. И вот я решил просто по-своему как-то исполнить эти песни, подарить их людям, чтобы те, кто не знал эти песни, услышали, и захотелось им услышать именно тех исполнителей. А те, кто знал и помнит эти песни, захотелось им просто приятно вернуть в те годы воспоминания, в такую ностальгию, чтобы они почувствовали себя теми в те годы добрые, прекрасные, когда эти песни очень популярны были. Ну, знаете, может быть, я не открою какого-то нового секрета, но дело в том, что вот у нас сегодня на радиостанции вот именно популярностью как раз и пользуются песни прошлых лет. Энгельберт Хампердинг, Том Джонс, вот те имена, которые вы называли. Даже если мы возьмем нашу эстраду, опять-таки, Валерий Ободзинский, Макаров, Кристалинская. Как вы считаете, что это происходит? Это немножко новый виток? Нет, это нехватка просто искренних песен на нашей эстраде. Все настолько... А мы же говорили, что они были неискренни. Все были про любовь, про... Как неискренне? Вот, ну, раньше так почему-то считалось, когда у нас пошла волна демократии... Что мы за песни поем? Вот она идет, я иду, мы любим друг друга. Нет, кстати, я такого не слышал. Я просто слышал, что очень много песен было партийного содержания такие, что уже не веришь ни во что. А когда сейчас уже появляются песни такого социального плана, то в них уже действительно веришь, потому что никто не заставляет эти песни петь. Они сами рождаются. Вот. А, кстати, о партийных песнях. Как вы считаете, были ли среди них, вот если все отбросить, все-таки песни, где была хорошая музыка? Ну, у Пахмутовой, например, замечательная музыка.
я считаю. Даже... Ну, скажем, там... Он сказал, поехали, он взмахнул рукой. Это политическая песня, вы считаете? Я считаю, конечно. Ну, такого плана. Или нежность песни замечательная. Ну, скажем, песня... Надежда. И Ленин это... такой молодой. И юный октябрь впереди. Ну, просто замечательно. Ну, любого спросили, ну, а все ее под знают. Под эту песню маршировали. Это хит был своеобразный, шлягер. Пам-пам. Надо было к пионерам под что-то маршировать. Вот они маршировали. Кстати, немножечко о вашем пионерском возрасте. Вы были октябренком, пионером, комсомольцем? Был. Вот как вас принимали в пионеры? Ой, вам повязывали очень красиво, галстук. Это было очень романтично. А вот интересно, расскажите, если... Ну, принимали на Красной площади, в музее вот этом историческом. Это было очень волнительно для меня. Это было событие в моей жизни. И комсомол тоже. Мы воспитаны так были, это сейчас, конечно. Вы устав комсомола учили наизусть? Штудировал, конечно. Помните, там были отмечены места, которые нужно знать наизусть? Да. Демократического централизма, принцип? Я уже не помню, это я выучил, и тут же мне из головы это все вылетело, как и все остальное, то, что я в школе проходил из математических наук. Мне надо было это выучить, я это выучил. Кстати, по уставу вы еще не вышли из комсомольского возраста. Разве? А да. До скольких? До 28 лет. Ну вот, значит, сейчас выйду скоро. А комсомольский билет у вас был? Был. Я взносы платил. А он остался у вас? Да. Где-то лежит, как реликвия. Как реликвия? Хорошо. Филипп, скажите, пожалуйста, вам звонят сегодня поклонницы вашего таланта? Ну, звонят и пишут письма. И что они вам говорят? Ведь вы, в принципе, человек уже женатый. Ну и что? Меня же не любят, как... Они вам не говорят, что ты наделал, Филипп, мы так... Они же мы меня тебя... не любят, как... Ну, наверное, кто-то и любит, как? Ну, я не знаю. Ну, любит, так любит. Меня в основном любят за песни, то, что я пою. Поэтому я в основном получаю письма такие, с благодарностью за песни. А критические письма? Пишут. А что в них? Что ну, мне нравится? Пишут. Музыка, не нравится? Нет, как вы выглядите? Не нравится мой внешний вид. Некоторые кажется... Что говорят? Чтобы говорят, подстригся, что подстригся. Да? Кто-то говорит, чтобы костюмы поскромнее одел. Там кто-то говорит, чтобы... там... Ну, разные говорят, пишут. А нужно бы такое интересное было? Ну, что-то было. Я уж сейчас не помню. Я тоже это как и анекдот не запоминаю просто. Понятно. Такой вопрос. Немножечко поговорим о... Немножечко, а у меня через полчаса концерт. Хорошо, 10 минут. Я 7. Не знаю, я 7. Должен выйти на сцену. Хорошо, уже. Филипп, тогда самое последнее, короткий вопрос. Что вы любите кушать? Картошечку с маслицем, эти вареники, пельмени. Вареники любите? С чем? С мясом? Нет, с сыром. Вот с картошкой, с грибами. Вот в Сочи есть такой ресторан, Кубанский хутор называется он. Там очень классно делают вареники. Что вы капусту любите? Кислую, квашеную, соленый огурец. Но это не значит, что я пью. Я не пью. Вообще? Да нет, но мне почему-то тянет на солененькое. На соленое. Это интересно. Но вы не пьете. А какие напитки вы любите? Раньше любил Кока-Колу, но что-то сейчас я от нее так отошел. Минеральную воду без газа. Не нашу, не советскую. Не нашу, да, нет. Вы даже шампанское не пьете? Нет. Понятно. Меня от него пучит. Понятно. И я задам этот вопрос, мы его все равно потом вырежем все-таки. Может быть, вы вспомните какой-нибудь анекдот от Киркорова? А почему вырежете? Я что-то вспомню, конечно. Я вообще их не запоминаю, но стараюсь как-то... У нас традиционный вопрос просьбы. Есть один анекдот такой. Серая... Нет, серая улица, серый город, серое небо. Серое, все серое. Идут две серые мышки. Мама и дочка. И вдруг пролетает такая летучая мышь. И мама говорит, дочка говорит, мама, посмотри, ангел пролетел. Ну, это такой очень тонкий анекдот. Это не просто ха-ха-ха. Это вот наша жизнь. Мы, пролетает. Мы видим всегда, мы хотим видеть ангела, но на самом деле это серая летучая мышь. Самое интересное, что я даже не успел вовремя засмеяться. А он даже не для того, чтобы смеяться. Он, да. Может быть, такой анекдот, чтобы не смеялись? Может, этот анекдот вам скажет о том, кто я. О, как загадочно. Потому что я не могу просто так смеяться, когда... Не очень хочется смеяться, потому что смеяться-то, смотрите, не на чем.
Ну и самое последнее, ваше пожелание всем поклонникам вашего таланта. И, может быть, даже не поклонникам. Здоровья хочу всем пожелать. Самое главное. Будет здоровье, будет все. И деньги, и успех, и любовь. А когда здоровья нет, то ничего этого нету. И хочу, да отдам все на свете последнее, только чтобы было бы здоровье. Я, к сожалению, прошел через понятие этого. Осознал это, действительно. И могу сказать, что самое главное в жизни – это здоровье. Что ж, спасибо. Гостем нашей программы был Филипп Киркоров. Мы желаем вам счастья, здоровья, чтобы у вас никогда не было никаких проблем. И надеемся на дальнейшие встречи и на новые записи. Ждем вас. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот так вот, дорогие друзья, вот такой вот он, Филипп Киркоров, звезда СНГовской, если хотите, эстрады. Не знаю, насколько вам понравился он как человек, но все-таки он певец, а певца узнать очень трудно. Возможно, что-то мы узнаем из его творчества. Я надеюсь, наша программа вам понравилась, и будем ждать следующей встречи. А на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Пока.